Несмотря на развитие интернет-коммуникации, наружная реклама остается хорошим фундаментом для возведения малого и среднего бизнеса. О том, где ее выгоднее заказать в городе Кызыле, мы расскажем вам в этом новостном выпуске. Мы в гостях в Центре полиграфических услуг «Печатня». Центр полиграфических услуг «Печатня» – это младший брат газеты «Твоинформ». Сотрудники, объединенные в одно творческое целое – газета и рекламная полиграфия. С трепетным вниманием каждому клиенту изготавливают визитки, календари, рекламные флаеры, листовки и брошюры. И это лишь малая часть предоставляемых рекламных услуг для бизнеса ТВ. Улица Рабочая, 321. Офис 18. Вы можете подойти к нам в офис, может быть, у вас фотографии есть или какая-то другая продукция, которую вы хотите разместить на своих благодарностях. Замечательно, ждем. Все это очень эксклюзивно. Мы стараемся почувствовать каждого клиента, понять, чего хочет этот человек вот здесь и сейчас, и сделать так, как он хочет, причем быстро и недорого. У нас замечательный дизайнер. Он чувствует, я не знаю, как он это делает, но он понимает, тонко чувствует вот человека, заказчика, даже если не видит его. Ну, мне надо, чтобы все было четко, идеально вообще. То есть любой маленький косячок, там все, я сразу правлю все полностью. Допустим, на фото обрабатываешь, когда фото какие-то артефакты есть, там царапины и прочее. То есть мне нужно все вычистить, убрать оттуда, чтобы ничего лишнего не было вообще. Полный парк полиграфической техники позволяет сотрудникам выполнить самый широкий ассортимент заказов, не изменяя главному слогану центра – «Печать в Кызыле в день заказа». От самых простых черно-белых брошюр до цветных, сложных в дизайне корпоративных календарей. Клиентоориентированность – это частные физлица, так и представители республиканского бизнеса. Но подход ко всем одинаковый – внимание, качество, цена и своевременность. Когда техзадание ясно, когда, ну, люди обычно приходят, не знают, что им нужно. То есть ты делаешь на свой взгляд что-то, потом людям отправляешь, они смотрят, что-то добавляют. Вот когда все четко сразу пришли, сказали, хотим то-то, 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 тебе ясно, что делать, так проще. А когда люди, ну, мне надо, я не знаю, что мне надо, и вот пока рисуешь, выясняешь, что именно хотели, потом, оказывается, хотели вообще что-то другое. Вот такой календарь с ровными краями, с ярким, хорошим принтом, теперь будет висеть и в редакции интернет-канала «Республика». А клиент, когда хочет здесь и сейчас, ну, по традиции, в последний момент, нам надо сегодня вечером или нам надо завтра с утра, конечно, мы готовы работать. Ну, мы работаем оперативно, можем работать в выходные, то есть в любое время, в принципе. И цены у нас интересные, выгодные. Почему недорого? Потому что мы понимаем, что для людей это важно. Помогает расти нашим предпринимателям тувинским. Вот. А не помогать, не развивать экономику соседних регионов. Печатня «Твоинформ» расположена по адресу улица Рабочая, 321, офис 18. Ну, можно обратиться и в офис 17. Дозвониться можно по телефону 234-24 в рабочее время и 8-923-267-25-63 в любое другое время. Всегда на связи. Ну и в завершение сегодняшнего выпуска хочется рассказать об одном уникальном рекламном продукте, который производится совместно с газетой «Твоинформ» и Центром полиграфических услуг «Печатня». Это изготовление рекламных флаеров самого заказчика и вложение их в газету. Читатели получают на руки любимую газету и рекламу вашего бизнеса. Поэтому пользуйтесь контактными данными, которые прикреплены в описании к этому видео для развития своего бизнеса. Александр Петрушин, Дмитрий Аюн, интернет-канал «Республика».